По мере приближения инверсии наше магнитное поле продолжит уменьшаться, а космическое излучение будет все ближе подбираться к поверхности Земли. Хотя падение интенсивности поля наносит вред жизни на Земле, она приспособилась и нашла способ пережить эти события. Так что мы должны делать, чтобы человеческая раса смогла выжить? Мы очень мало можем сделать, чтобы напрямую повлиять на геодинамо. Мы не можем его контролировать, но с помощью спутников мы сможем более внимательно его изучить и сделать достаточно точный прогноз, чтобы у нас, как у вида, был шанс адаптироваться. Жизнь изменится. На Землю будет попадать больше смертоносного излучения. Единственным видимым признаком ослабленной защиты Земли будет небо. Скорее всего, северное сияние будет возникать на всем земном шаре, даже там, где его никогда не бывает, в экваториальных областях. Магнитосфера была основой всей эволюции Земли. Без нее жизнь, такой, какой мы ее знаем, не существовала бы. Наша планета была бы пустыней. Магнитосфера защищает нас от воздействия солнечных бурь. Хотя ее полярность в течение тысяч лет менялась множество раз, человечество ни разу не было свидетелем этого события. Инверсия магнитного поля Земли повлияет на все формы жизни. Но ученым еще предстоит связать прошлые инверсии с массовым вымиранием форм жизни. Если мы сможем адаптироваться, мы выживем.